В случае сбоя настроек в модели толщиномера Horstec TC216 имеется функция выставления заводские настройки, так называемая функция самокалибровки. Почему так называемая? Потому как каждый прибор получает заданные параметры толщин и калибруется на заводе. Сам по себе прибор откалиброваться не может. То есть он может только быть выставлен в те параметры, которые были заданы этому прибору непосредственно на заводе. То же самое, как в автомобиле, к примеру, зажигание устанавливается на заводе и потом имеется возможность его переустановки. Для выставления прибора в заводские настройки его необходимо включить нажатием на сенсор, после чего на дисплее загораются три полоски. Затем нужно нажать на кнопку минус и удерживать ее, пока на дисплее не замигают три нуля. При этом прибор был выставлен, заводские настройки, и сейчас может быть откалиброван на заданные и откалиброван, и ему могут быть заданы параметры нулевой калибровки, а также калибровки на стандартную толщину.